Так, сегодня в нашем хуторе знаменательный день. Открытие магазина «Магнит Косметик». Ну, мы не смогли этого пропустить, потому что это одно из развлечений в нашем хуторе. Мы закончили рабочий день и приехали посмотреть, что здесь происходит. Очень много народу. Станиц 50, наверное. Вот так вот они тут все оформили. Привет! Спасибо! Сейчас посмотрим, что они нам предлагают. Так, смотрите, у них здесь масочки есть. Пожалуйста, предлагают. Но у запасливой Елены есть все свое. Так, одела я маску. Пойдем смотреть, что там есть. Так, значит, что... Ну, в общем, в принципе, обычный Магнит Косметик. Я постараюсь. Так, самое главное, что для меня это корма, конечно же. Обязательно сейчас возьму. О, 99 рублей. Обалденно. Я сейчас хочу сделать обзорчик, а потом уже... приобрету себе все, что надо. Ну, естественно, вам дома покажу. Так, цены, значит, демократичные. К каждому подходить, ну, просто времени, наверное, не хватит. Да. Вот как? Что выгодней? 12 за 199? Или 18 за 300? Ну, короче, каждый думает свое. Так, что фокуса нет? Так, большой выбор колготок. Девочки, цены кому надо? Ну, как бы дешевый, только вот так. Ну, в общем, весь тот же товар, который в обычных Магнит Косметиках. Так, есть немножко электротоваров. Неплохо, мне дочь просила утюжок. О, мне, кстати, шарик дали. Прикольный. Так, ну я, наверное, маски вообще тихо разговариваю. Мне уже сказали, что я слишком тихо говорю. Дети вообще, короче, в шоке заходят. Воу. Хутор, что говорить-то? Для многих это событие, как день рождения. В общем, вот так вот. Товары недели. Косметика. В общем, я вам так показала. Что куплю, покажу дома. Обязательно. Я вас в влоге будете делать. А я тебе сказала. А какая есть? У меня нечего скрывать. Хочу показать вам. Парковая зона у нас еще вот такая есть.
тоже очень красивая. Здесь у нас церковь, администрация. Это школа номер 12. Здравствуй, Танюш, где ты их столько набрала? Вот. Так. В общем, съездили мы в наше новое заведение. У нас около 3 лет назад открылся обычный магнит. Сейчас открыли магнит косметик. Это для нас очень радостно, очень, так как мы находимся очень далеко от, ну не хочу сказать цивилизации, ну от супермаркетов, то есть где можно воспользоваться скидкой, что-то взять подешевле. Естественно, у нас здесь все подороже, потому что привозное все. Так, что я купила? В принципе, я ехала только посмотреть. Краску для волос. Это я купила, меня попросила мама моя. Сима. Естественно. По 14,99, по 15 рублей. А, вкусняха. По 99 рублей. Две штучки. О, господи. Пополняется у нас. Ну, что сказать. Слава Богу, что мы хоть... До цивилизации. Ну не лезь. Хоть как-то. Значит так, еще не хватает аптеки Апрель здесь. Ну и фикс прайс бы еще для мелочи. Потому что у меня дочка занимается рукоделием. То, что вы видели бисер, это только начало. У нее даже не только начало, это одно из там многих, чем она занимается. Я не знаю, там чего у нее только не было. И она всем понемножку, короче. Если она что-то видит, вот, она обязательно это пробует. Единственное, наверное, вышивать. Нет, пробовала, вышивала. Вязать не идет у нее. А вот именно бисер ей нравится. Вообще она у меня занимается рукопашным боем. Бисер и рукопашный бой, конечно, может быть, ничем не связано, но вот так. Вот. Поехали дальше. Да, Сима? Посмотрите, какой сегодня хороший денек. Очень тепло. Даже не хочется думать о том, что скоро зима. Вообще не хочется. Я очень не люблю холод. Какие красивые кустики. Уля, ты чё там? Ясно все. Вот оно же почти село. Вот сейчас 1-2 и все, и нету красоты. Дурочка. Дача у меня безумная, цветет. Очень веселая. А вот она вылезла. Что ты там делал? Она сейчас за мной придет, мы пойдем фоткаться. Кто за тобой придет? Вероника. Куда вы пойдете фоткаться? Где-нибудь, не знаю. Далеко не уходить. Скоро, через 3 часа стемнеет. Я знаю, что ты не договариваешь. Не забывай, что мы живем в хуторе, и здесь глаза у всех везде. Через 15 минут мне позвонят и скажут, где ты находишься. Когда вы уже к этому привыкнете. Господи, что тут все свои.
еще что-то, что-то зеленое есть. Так, ну а сегодня я веду съемку с гаража, который очень много знает и помнит. Сегодня мы решили с моей подругой немножко расслабиться, выпить по бокальчику вина. Накрыли стол на двоих, я его вам сейчас покажу, на двоих. Это не я, это все моя подруга, которая палочка-выручалочка. Ой. Хотим. Пока солнышко светит, я ее позвала, в общем, говорю, пойдем, пока солнышко светит, часика на два выйдем. Вот. И мы вышли, она быстренькая. Так, надо что-то покушать, как всегда у нее. Нас двое, еще раз напоминаю. Двое. В общем, немножко нам тут еды, всего ничего. Угу. Певцо уже начали. Букета цветов, Таня, не хватает. Я еще. Да, вот чуть-чуть. Шо, пойдем натырим где-нибудь? Вот смотри, вот как раз вот в этом месте не хватает букета цветов. Дырыца красненькая, Райна, не пойдет. А, так ты его с этим вместе. С корнем. В общем, вот так вот. Вот мы на двоих немножечко. Ну, в общем, вот так. Мы расслабимся чуть-чуть. Пока не холодно. Пока солнышко последнее какое-нибудь светит. Вам всем тоже желаю здоровья. Всем добра. В следующих роликах я вам покажу гараж побольше. Она уже пора начинать. Зовут. Она мне терпение. Не надо. Таня, не надо. Все, всем пока-пока. Ставим лайки, смотрим, ждем видео обязательно. Встретимся.